Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Денис Громов, и сегодня мы начинаем играть на сервере Advance RP, белый-белый просто сервер. И это начало нового сезона, пятого, представьте себе. И я думаю, что это будет офигенно, ибо этот сервер я очень долго ждал. Вот, и просто... Петрович! Это... Фал имитатор нашел! Нормально! Молодец! Продолжай в том же духе! Нафиг иди тебе... сюда, сувать надо. Слышь, фу, бля. Херню нашел. Лучше бы что-нибудь ясное нашел, а, слышь. Я обоссался уже, отвел имитатор. Блин, что ли? Вот так говно. Слушай, реально, обоссанные штаны бомжавые. Львович, садись на меня. Он еще рот так открывает. Иди нахрен, ненормальный. Мы походу сейчас какой-то артхаус тут мутим в стиле зеленого слоника. Ты что, обоссался что ли, мудак? Иди сюда, Петрович, я покажу тебе кое-что. Смотри как надо. Вот, короче, берешь так вот и завязываешь, понял? Ну, в общем, ребята, мы тут вообще лютые бомжи. Да, самые натуральные, что ни на есть, РПшные. И... мы играем на White-White сервер. White-сервер. И, в общем, да, повторюсь, я очень сильно долго ждал этот сервер. Я даже думал, что он так и не откроется, но в итоге, да. То есть я, как бы, наверное, еще до анонса, до релиза этого самого знал, что будет белый. Именно по цвету. Это мой любимый цвет, один из любимых. И он еще 6-й по счету. Это моя цифра удачи по знаку зодиака по гороскопу. Так что все звезды на небе сложились таким образом, что пора начинать новую жизнь, новую историю. И это будет эпичный сезон, по крайней мере, я надеюсь. На Реди мы теперь играть точно не будем. Единственное, что мы там сейчас сделаем, я думаю, мы еще одну часть там выпустим про то, как я буду раздавать все нажитое добро. Вот. Как бы по традиции надо завершить все-таки тот сезон, в котором мы вообще ничего не добились. Это был один из самых убогих сезонов, на мой взгляд. Но там есть пару интересных роликов, как-никак. Да. Ну, а сейчас... мы мчим зарабатывать бабло, первый капитал. И просто вот только сейчас вот я проснулся, минут там 10 назад, у меня хайло еще залипшее. А, кстати, сколько здесь еще время? Сейчас, подожди. Так, а я не знаю, а как посмотреть? У меня как знаешь? Таймстамп? Таймстамп, черточки таймстамп. У меня просто, видишь, часов рядом нету. Так, таймстамп. Вообще. Нет, не вижу я. Чё он должен быть? Да ладно, шутка, все я вижу. Еще раз веди-ка. Да не, все нормально, все вижу. Я еще долго над этой темой разгоняться буду. Так что да, у меня сейчас 20.42, прикинь. У меня 13.41 сейчас. То есть получается, сейчас это что, на сколько у нас? Обалдеть, у меня 8 часов, я только сейчас проснулся. Всю ночь буду бодрствовать, отлично. Обычно у нас, увидите, как разбой в часовых поясах, именно поэтому нам порочится... Фейс-контроль, Вась, фейс-контроль. Нету фейс-контроля, умерли. Как нету, столбы, че не видишь, то я. Ну и хрен с ним. Наркомания. Стой, подожди, давай адекватно. Давай адекватно, да, все, ведем себя адекватно. Вам что, все культурно. Штаны обоссаны, все нормально. Пол-имитатор в руках, все норм. В общем, у нас часовой пояс, видите, как разбит, тяжело снимать, но я вроде как сейчас по ночам теперь бодрствую, это не сказать, что хорошо, не сказать, что плохо, так что все замечательно, будем снимать. Это вот, и что-то я еще хотел добавить ко всему происходящему, это будет чисто вводная такая часть, рутину, я думаю, снимать пока не будем. У нас ники, кстати, разные, я вот как проснулся, сразу создал ник Олег Рак. Что насчет ников, нам их изменят, администрация нам их изменит, и у нас будут нормальные ники, так что можете регаться на нас
вот Денис Громов и Леон Грант, можете реагировать на эти книги, чтобы нам денежка тоже шла. Мы, конечно, ее будем раздавать и для себя что-то тоже покупать. Да, это будет небольшой, скажем так, нам бонус за то, что мы снимаем, так как у нас есть и другие дела в реале, помимо съемок и игры в самп, поэтому, думаю, это будет неплохой нам такой заработок. Так что можете не задавать даже вопросы там. Почему откуда, сами не хотите там это деньги, делать откуда, видос, да. Добиваться всего там? Потому да, ну нас... времени нету, ну и по РП это можно оправдывать. Вась, я библиотеку зашел. Ой, библиотека. Бабльгам. Это ж бабльгам. Ой, интерактивный доступ. Так, стой, смотри туда. Вась, смотри туда. О, нифига, что есть. Так, как ты эта штука-то, ебаный? Во, че? Я похавать, все, Петрович, я похавать, блин. Смотри, что сейчас написано. О, это что, такой телек, что ли? Слушай, слушай, угарная штука, я не знал, что такое. Здоров, Олег Рак. Гон. Вообще. Да мне пофиг, что там пишешь. Я тут хавать нашел, все. В общем, мы вот эту рутину, которая сейчас будет идти, снимать вряд ли будем, что как мы там добываем руду и всю эту ерунду. Так как это и так мы уже не раз делали. Ну-ка я по какому-то проведу. Тут закрыто, прикинь, я думал, тут открыто. Кстати, у меня уже статистики 3 из 8 экспи, так что вот скоро второй левел уже. Так что всякие новые няшки будут. А у тебя сколько? У меня, наверное, только один экспириенс, но я немножко на рудошахте уже немножко поработал. О, там... нифига, пожрать есть! Да-да-да, я уже похавал, слушай. Ну, нормально, так, сейчас обшарим библиотеку, тут пока никого нет, видать, работники вообще куда-то ушли. Как ты делаешь? Да. О, братан, смотри, кого нашел. Кто тут? Здорово! 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 Слушай, это наша хата, мы первые пришли. Это наша хата, чё ты сюда пришёл? Его должно... А что я сделал? А что я пришёл? А я не знаю, что я тут делаю. Ну ещё, хрен с ним. Чё он стоит-то? На, в дыню. У него лицо повернулось. У него лицо сразу вывернулось, короче, в другую сторону. Это Спарт! Нет, стой, не то. Мисс Анимейшн. Вот так. На! Спарта, 65-я. По яйцам тебе! Ладно. Что-то я еще хотел добавить ко всему прочему. Пошли, подожди, пошли вниз, поедем. А, нет, где сейчас? Подожди, где делал? О, дай я интерактивную доску поюзаю. Блин, я сейчас обоссусь, и так мало обосталось, надо еще... Туалет. Какие еще бомжи? Найди туалет. Нету туалета. Ладно, пошли наверх, короче. Ребята! Ой, ну ладно, фиг с ним. Ваф. Ваф. Куда? Наверх. Наверх, в смысле, снаружи? И сам переднюю дверь. Блин, не надо меня путать. Слушай, не надо меня путать, братин. Вверх и самую первую дверь. Ааа! Где ты? Давай быстрей! Братишка, ты где? Гоблин! А, о, спрятал. В тумбочку прямо. Вот прикинь, сюрприз, утром просыпается хозяин, открывает тумбочку, а там сюрприз. Ну ладно, короче, это, чем это, мы уже тут что-то зависели. Ерунду какую-то начали собирать, вообще наркомания. В общем, да, у нас сейчас пока ники не родные, мы будем их менять на родные, скажем так, вот, в общем, вот, да. И это, ребята, начало. Шестой сервер. Вообще, вот когда на самом ПРП был шестой сервер, я там очень вот заиграл на шестом, вот, короче, там вообще я получил три лидерки, РМС, ФПД и ЛОПД, вот это были мои первые лидерки на этой серии, вот, и тут шестой открылся, да, и причем Вайт еще, вообще, как-то круто вообще, да? Да, ну а я, исходя из моего нынешнего ника, Рак.
Так что особо мне этот Том Миллер тут стоит, отдыхает, вообще Растаман. Есть что, почем, нет, ничего, ладно, фиг с ним. В общем, что я хотел-то? Это шестой сервер, русское радио. White. С белого, с чистого листа мы, в общем, начинаем здесь игру. Так что, ребята, приходите, будем ждать, и это будет наша родина. Сходочки будем по-любому устраивать, ну, больше уже сходочек будем устраивать, так что, как бы, больше развивать будем вайт-сервер, и вы тоже там. Не на НРПшке. Не на НРПшке, у нас есть связи. Ну, вообще, мы еще думаем пойти в госы, не в банды вот именно, а в госы мы думаем пойти. На этом серии именно в госы будем служить. В армию для начала, да? Потом как получится. Посмотрим, посмотрим. Ну, в банды точно не пойдем, потому что да. Банды уже были. С криминалом завязали. Да. То у нас вот этот второй у меня, третий, четвертый сезон вообще какие-то получились отвязные, беспредельные. Да, вот так. Я вот просто наблюдаю тут в кинескоп этот за людьми. А, я понял, походу, где ты. А подожди, где ты? А я вот. Там? Это я там. Петрович! Куда пошел, Вася? А, нихера себе, как ты заблюдаешь? А я никак. Я импровизирую. Она не работает. Она просит мелочи, а мелочи у меня нет. О, давай, смотри мне. Пошли, я тебе место какое покажу, прикольно. В жвучку мне. А, ну давай. Так что мы будем тут развиваться. Подожди, а что ты мне? Нихера себе, ты меня там так телепортнулся. Ну, видимо, лагает сервер. Я телепорт. Ну, мы в эту часть... Вообще, если честно, мы снимаем вот это второй раз уже. У нас первый раз очень... Зафейлилось у этого Лёва, зафейлилось бандикам. Да, потому что кританул сервер, дай бог сейчас этого не произойдет. То есть сейчас на сервере это как бы само собой разумеющееся, первые минуты сервера. О, нифига, у меня вообще пинг не по... А, нет, все нормально. То есть, и как бы обычно это в практике бывает, его досят, читерят, что только не делают. В общем, вот это... болезненная ситуация с любых серверов, когда они открываются, бывают всякие фейлы, поэтому это надо только перетерпеть. Но мы сейчас вот чисто такую первую часть ознакомительную записываем, а потом на следующие дни будем уже снимать, как мы там уже чисто мутимся. Прикольненько все будет, ок, все ок будет. Все ок. Чет. Да, щетка. Скажи, как где это место, где я хотел? А, все, туда побежали. Ты за мной бежишь, еще да? Пару слов, наверное, я думаю, сказать по поводу нашего сервера, который мы открывали. В общем, это был печальный опыт, скажем вам. И мы там... Я лично на него вообще забил тупо. Ну, вообще, как он существует? Он существует, да, но он существует силами тех, кто нам... На чем моде мы его... поднимали. То есть вот этот мод, это раньше, скажем так, был сервер с другим именем. Мы просто попросили, чтобы его переименовали и под нашим началом его открыли. Его открыли, все замечательно, но администрация там начала забивать на все добро, и какая-то ерунда там началась. Именно администрация, не то, что которая... Блин, ё-моё! Я упал, блин. Да ты вот вообще наркоман, жёлтый. Иосиф Кобзон, ты чё, сдох? Нет, я почти сдох. Ну, на запись хватит. Как бы тут какой-то Гаспар Кинг стоит, как бы он решил спрятаться, но я его запалил. Джунгли вообще. Как я туда заберусь теперь? Ладно, попробую. Ну вот, в общем, как бы не из администрации там было, а из-за того, что вот, кто скриптеры там, вот этот, ну... Как бы, ну, сначала мы все договаривались, все так отлично было. А вот мы даже, знаете, что думали одно время, когда даже открывали этот сервер, а почему бы нам не открыть, попросить адванс, то есть специально наш цвет, наш сервер, и именно хотели белый. То есть тогда еще вот реально не было анонса вот этого сервера, мы уже думали об этом. Но что-то в силу того, что, блин, это просто не наше создавать сервера, открывать. Нам наши это вот ролики снимать и не париться. Лезть в какие-то дебри по созданию серверов, это вот... Ну, не наше. Не наше, не опыт у нас нету ни хрена. И да, время это жрет, ресурсов до хрена жрет. Ну и в общем, забили с этой идеей. И тут сейчас, вот, значит, открывается белый сервер,
И плюс еще у нас очень хороший знакомый там в главной администрации. Будет полная поддержка в этом деле. Будем, в общем, вообще, думаю, реально, ну... Может, какие-нибудь даже свои эти будем устраивать, вот, подписчики эти, конкурсы, ну, сходка будет и конкурсы какие-нибудь будем устраивать. Ну все, самое веселое будем делать для вас. О, кстати, хорошая анимация. А, нет, плохая анимация. Иди сюда! А, нет, о, смотри сейчас. Смотри, какой вид крутой, да? Не говори, вот я сейчас смотрю. Отличный вид, иди сюда! Смотри, что тут есть. Ой, че это лагает так. Вот так вот. Оба! Такие пироги. В общем. Вася, ты что там? Иди сюда. Смотри, слушай. Вася. Что ты опять лег на грязную землю? Мы же адекватные, нормальные, цивилизованные люди. Должны соответствовать. Это опять что замораживает. Смотри, как он ротик-то открывает. Он. Ну, говорит, он нем, как рыба, блин. Класс. В общем, да, прямо, короче, сам гороскоп нам писал, говорит, сегодня выгодно сервера начинать снимать. Вот, белый именно. Да. В общем, все, думаю, на этом заканчиваем эту часть. Да, заканчиваем, так что... Спасибо, что смотрите. Ставьте лойсы, не, гил, блядь! What the fuck? Что ты сделал со мной? Меня убило, что-то у меня ФПС сразу упал. Мне звездочку сразу дали, классно! Вот. Да, в общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналчики. Да. Не забывайте про лайки. Да. И да, всем Тортецкого. Тортецкого. Удачи, Тортецкого. Удачи. Всё.